5 мая в стенах ГИМХО состоялось музыкально-централизованное представление на музыкальной арбе в Журавлиный край, приуроченное к столетию со дня рождения великого поэта Дагестана Расула Гамзатова. Сегодня мы решили представить на суд зрителей и наших детей литературно-музыкальную композицию, посвященную его творчеству. И композиция наша называется «На музыкальной арбе в Журавлиный край Расула Гамзатова». Сегодня дети покажут все, что они умеют – декламировать, петь, танцевать. Ведь наша школа – школа музыкально-хореографическая. Поэтому все свои таланты они постараются показать. На данном мероприятии зрители ознакомились со всеми дорогами творчества поэта. Дети продемонстрировали в сценке любовь к матери, родине, друзьям и вере. Показали важные аспекты творчества великого поэта, которому он уделял большое внимание. Я надеюсь, что после просмотра нашего мероприятия многие захотят вернуться к томику Расула Гамзатова, еще раз прочитать, выучить какое-нибудь стихотворение и насладиться его творчеством. Насладиться творчеством юных дарований изъявили желание заместитель директора КМШИ по воспитательной работе Бурлият Абдурахманова, заместитель директора школы номер 3 Зарема Сефербекова, заместитель директора школы номер 9 по воспитательной работе Индира Умаханова и многие другие.